Книга «Открытым оком», том 12, тема «Политика. Вопрос 2637». Много говорят внизу, среди простых верующих, о масонах, об антихристе. Но почему в верхах епископы о том не трубят? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Но и тут есть исключения. Епископ Григорий Граббе и некоторые другие прямо говорят о приближении всемирного зверя антихриста. Кавычки открыты. Относительно методов антихриста ты совершенно прав. Масонские капиталисты и коммунистические безбожники ведут человечество к одной цели – общему нечестию. И все это пошло сейчас невероятным быстрым темпом. О создании новой, всеобъединяющей религии появилась большая литература, едва ли до вас доходящая. В это дело по соглашению с папой включился атеист Горбачев. А иудеи трубят здесь о том, что в самом скором времени объявится миру их мессия. На языке современных деятелей это называется созданием «нового мира», в кавычках, который уже много лет тому назад был объявлен целью масонства, кавычки закрыты. Кавычки открыты. А вот Александрийский патриарх провозгласил, что Магомед святой, и в греческом православном мире незаметно, чтобы на это реагировали. Митрополит был в хорошем настроении, видимо, довольный многолюдством. Думается мне, что не напрасно иудеи ожидают воцарения их мессии в течение 2-3 лет. Перестройку я не склонен воспринимать оптимистически, особенно имея в виду совместный труд папы и иудеев «приготовление мессии» в кавычках. Но, конечно, независимо от этого, надо вести свою церковную работу, ибо московский патриархат в своем экуменизме очень явно приготовляет новый мир, в кавычках, отнюдь не христианский. Вот один из старших московских митрополитов договорился до того, что намерен издать Коран, а один из главных деятелей московской иерархии в интервью много говорит об объединении с мусульманами. Александрийский патриарх тем временем объявил уже Магомета святым. Между тем, относительная «свобода» в кавычках побуждает некоторую активность добрых элементов в России. Все эти годы я вспоминал вас с любовью и скорбью, опасаясь, что через покаяние перед врагами Божьими вы уже погубили свою душу. Однако, сравнивая ваше заявление, сделанное «из-под палки» в кавычках, с последней вашей статьей, я вижу, что у нас с вами в убеждениях осталось нечто общее. Вы пишете, кавычки открыты, но придется ли избирать? Мы забываем о том, что мир движется к концу. Страшная экология, упадок нравов, увеличивающаяся преступность, кавычки закрыты. Это у вас чрезвычайно неполный перечень признаков приближающегося конца. Есть нечто и более страшное. У нас здесь очень заметно фактическое уже существование, хотя еще не вполне укрепившегося нехристианского международного правительства, подготовка единой всемирной валюты, стремление уничтожить национальные границы, заявление иудеев о скором явлении миру «мессии» в кавычках, по-нашему антихриста. Было опубликовано, но мало кем замечено соглашение папы с иудеями о совместном труде по подготовке пришествия «мессии» в кавычках. 2 Фессалоникийцам 2, 3, 4, цитата. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». 1 Иоанна 4:3, цитата. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Кричат в газетах из трибун под флагом о невозможности преступников поймать, но воровство варьё считает благом и виноватят школу, улицу, не мать. Бессовестность растили, ей зеленый свет, безбожье одобряли и хвалили.
мер пресечения преступности, вагон-пакет, доклеились к безумцам, крепко влипли. Полынь пригоркою высеивали щедро, ей предпочтение и сева оборот. Теперь же стебли зла соперничают с кедром, плод нежеланный забивает рот. Без Божьей благодати, без Христа, вне Библии паслись с козлами по утесам. До страшного суда для многих суд настал, отвергли Божий глаз, спасение под вопросом. Свободу отстоять и не в потоке мутном свой курс держать к Иисусу, Он святой маяк. Во свете Библии разоблачайте плутни, они о нравственности много говорят. Где веры нет, невыгодно быть добрым, успеть бы в этой жизни отхватить кусок. Горыныч змей повенчан с королевской коброй, доверившихся жалят то в сердце, то в висок. Мы избранный народ у Иеговы, отвергли вымыслы людские, их коварство. Путь на Голгофу не обещан ровным, блажен, кто получил обещанное царство. Пороки грубые и мелкие грехи, бороться с ними архи бесполезно. Учение Христа влить в новые мехи, природа ветхая не выдержит и треснет. Победа полная уверовавшим светит, грех побежден и падает сраженный. Мы входим с радостью, наш дух новозаветный, и из крещения выйти четой молодоженов. 20 января 2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин.